Так, это Юпитер 29 июля 2021 год. Мама, с днем рождения. О, как хорошо, у нас видны полосы. Вижу справа от Юпитера ниже. Спутник Ганимед. Потом идет Европа и Каллисто. Его, к сожалению, не видим. Ну, в общем-то, вот этот объект, за который скрывается Юпитер, это крыша дома. Вся задумка состоит в том, чтобы движение Юпитера относительно наземных объектов снять. Вчера поснимал относительно антенны дома движение Сатурна, но, к сожалению, то, что у меня на экране отображается, светочувствительность совершенно другая. И на экране было очень плохо видно. Ну, темно просто, не знаю. О, вот смотри. Из-за угла дома выглянул Юпитер. Оставлю так, по крайней мере, точно относительно. Темной вертикали стены дома будет видно движение Юпитера. Даже не на максимальное увеличение включил. Не максимальное зумирование. Хорошо, пошли. Наверное, как бы так, чтобы в окна к людям не залезть. Ненароком. Сейчас, секунду. Сейчас буду резкостью играться. Ну, наверное, вот так. Слушай, а все четыре спутника? Так это Ио выглядывает слева от Юпитера. Ёлки-палки, класс. Я думал, только три сниму. Итак, у нас теперь, значит, полный комплект. Ганимед, Ио выглянул левее Юпитера, буквально касается его сейчас. Не знаю, очень надеюсь, что на экране будет видно. Потом идет Европа и Каллисто. А я думаю, когда разглядывал расположение спутников, смотрю в программе Stellarium, постоянно спрашивают, где я выясняю расположение планет. Это программа. Она существует в бесплатном виде, то есть можно ее скачать, есть платная версия. Ну, я пользуюсь бесплатной, ее более чем достаточно. На данный момент, по крайней мере, координаты, собственно, задаете. Ну, я города задал, Харьков, это вполне достаточно. Ну вот экваториальные полосы видны довольно четко. И все четыре спутника тоже видны.
Да, точно, Ио выглядывает. Вот буквально я вижу, как увеличивается расстояние между Юпитером и спутником Ио. Красота. Так, ладно, пошли пока на Луну посмотрим, да? Во вчерашнем дубле на фоне экваториальных полос Юпитера пропорхнула ласточка, и это было, в общем, при максимальном увеличении, в общем-то, довольно зрелищно. Так. Так, тут выдержку придется уменьшать, потому как слишком светло. Ну вот у нас горбатая луна. Боже, какой вчера у меня получился смешливый день съемок. Вчера на линии терминатора было два кратера, расположены на настолько похоже, как глаза на Луне, натурально с двумя зрачками, то есть в середине каждого кратера был эпицентр, где астероид упал. Ну вот, как в этом наглядно. Как в этом кратере. И не мог я во всех дублях отделаться от впечатления, что у нас смотрит. Просто по ходу движения это было очень смешно. Но, наверное, потому что сам по себе смешливый. Дурному на скучное самому. Как кажуть, так. Да, горбатая луна — это такой термин. Совершенно ненаучный. Но что он обозначает, вполне понятно. Вот именно такое. Ой, как красиво. Горбик. Луна убывает сейчас, тоже вчера спрашивали, убывает или растет. Полнолуние я недавно снимал. Сейчас